Сегодня, дай бог, 90 сделаем, и потом еще 3 дня терпиловки до 3 отметок, если повезет. На самом деле, если я сейчас засвечусь, меня с их базы ухуячат. О, нормально поплыл. Блять, там гамыш на Су-130. Да, Совет Пауэр Супримна. Сейчас гамышу блайндусиком ебанем. Опа, прямое, кстати. Прямое. На 0 урона, там Т-95, наверное, базу дефит. Нет, это 95 было. Значит, о, хорошо. Прям четко в меня, вы вдумайтесь. Охуеть. Вот я готов на что угодно, с кем угодно поспорить. Я во фле уебал на 0 в гусеницу. Вы вдумайтесь. Он не в куст заблайндил. Не куда-то сюда. Он прям четко, где я выезжаю, ебнул блайнд. Вы вдумайтесь. Вы, блядь, вдумайтесь просто в это. Четко в ту точку, где я стою, он кидает мне блайнд. Вы просто вы, блядь, вдумайтесь. Вы... Вот. А есть такая хуйня шары, вот это. Есть шары арты. Арта кидает и шариком подсвечивается, ну, запрещенка. А для танков эта хуйня работает или нет? Охуеть, ебать меня запрещеночкой работали. Блядь, арта стоит прямо вот за этим холмом, прикиньте. И ее никак не... Ну, допустим, она выше, чем холм. Ну вот как-то вот так, прям по границе холма. О, бля, видите, получилось, ёпта. Блять, не, ну охуеть. Я гамыш, ребят, мне поебать. Ну, это, знаете, гамыш, который на болоте растет. Вот, пожалуйста. Блять, ебать, гамыши едут, сука. Блять, их вот здесь всех можно было бы отъебать. Оу, блять. Ой, а, я хотел сказать, я не засветился. Не, нам пизда всем. Нам всем пизда. Блять, там гамыш. Сводочка, ребят, долгая сводочка, но сводочка. Гамыш. Ребят, гамышнул ему на 552. Блять, а мне ближе не подъехать, там Ягтигр дурит. Блять, ну это хуёво. Ребят, очень гамыш происходит. Нам сейчас в спину шарфутур влетать будет. Ребят, не повезло с боями. Сначала везло, везло, везло. Блять, сейчас бы, конечно, на базу съебаться. А вот и шарфутур в спину залетает, как я и говорил. Блять, прячемся за труп. Блять, ебать, гамыш. Тихо, 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 живем. Ребят, нормально, альфа не прошла. Бля, не успею довернуть. Я не успел довернуть, блять. На, нахуй, гамыш! Невероятный бой. Блять, невероятно. Это просто невероятно. Блять, обидно, можно было по бураску еще нахуярить. Он на КД был, меня лев убил. Самое веселое было запрещенка, которая подтягивала всех на карте. Да, 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 это Сашеньку ликвидатора уебали перманентом и Никиту Шотника за эти читы. Ну, на самом деле, да, это самый охуенный запрещенный мод был. Я, кстати, не юзал его, не пробовал. Я про него рассказывал давным-давно. Короче, вот вы ставите запрещенный мод на миникарту. И, допустим, у противника точно такой же мод стоит. Он серверный. И противник отправляет все данные по своей миникарте на сервер. И вы с таким же модом получаете эти данные. И вы ему отправляете данные. И он их получает. И вы на миникарте, на своей, видите всех противников в реальном времени. Вот. Хороший мод был. Никиту Шотника приложили за него, блять. Вот. И Сашеньку Ликвидатора. За гамыш этот, ёптать. А мы, так сказать, не понюхали этот мод. Очень жаль. Короче, вафля. Ребят, я что сказал? Я что вам сказал в начале боя? Ставлю душу, блядь, Джова, что попал во флю, но без урона, блядь. Да, попал во флю, но без урона. Он мне уебал, блядь, на 600 фугасов. Но зато во рту уебали. Жалко, что я уже видос записал. И завтра он, кстати, выйдет. Обзор. Обзор CW. Но, ну, понимаете, просто объясняю. Завтра заканчивается альфа-тест. Wargaming никогда бы не был Wargaming'ом, если бы они не были бы уебанами. В землю упало. Знаете, что эти ебанутые исполнили? Хотите, расскажу? Остается 2 дня до конца альфа-теста. Ебанутые из Wargaming'а вчера добавляют новый танк на тестирование. 72-ечку ГДР-овскую. И сегодня добавляют какую-то арту с осадным режимом плюс новую карту на 1 день. А, охуенно статистику, кстати, соберут. Молодцы. Ну, узнаю Wargaming, блядь. Вот. Так вот, вчера покатались мы на 72-очке ГДР-овской. Ну, вот ровно настолько, насколько она красива, ровно настолько она неиграбельна. 8 километров, так сказать, в час задний ход. Ну, все как в жизни, блядь. Вот. Баки въебали. Двигатель, блядь, трансмиссия где-то все въебали. Боеукладка въебали.
все въебали, а там ведь в CW через выцеливание идет повышенный урон через крит. Ну и вот, допустим, ты с танчика там с уроном 200 стреляешь нормальному танку въебало, ну по 200, ну с дистанцией по 50, там просто урон падает с дистанцией. А знаете 72-ка, поскольку въебало пробивается, ну по 500. То есть у танка альфа 200, но он будет по 500 72-ку ебать, потому что он будет через критический урон ебенить ей. Весело, блядь. Ну и это просто какой-то, блядь, я хуй знает, это какой-то взрыв-пакет просто, нахуй. 72-ка, бля, охуенный танк, 10 из 10. Эрвуд в ноль, я не знаю, какой долбоёб его балансил, но то, что там, блядь, душевно больной человек, нахуй, это точно. Не любят наши танки, не любят. Пидоры, блядь, несчастные. Там даже 62-ка М, которая там сосёт, даже она лучше, блядь, чем эта 72-ка, блядь. А 72-ка там, это вообще, в жизни у неё 4 км, да-да-да, я знаю. Ну, дай бог, еще 500 урона дадим, блядь, все, и в ангарчик. О! Нормально ИСу приложила, только сейчас дед всплывет. О, как. А вот и дед, кстати. Ребята, вот и деды подъехали. Слушайте, мне бы, блядь, хотел сказать, мне бы не светиться. Лорен дурак, зря засветился. Ему терпеть надо было. Привет, мученик. Здорово. Как твой стрим чанский за ЭБС работать? Лорен сейчас сдохнет, Лорен сейчас сдохнет, все донаты после боя, нахуй, спама много, долбоёб на Лорене, ему нельзя было ехать, это тупица, блядь, я специально не поехал на Истри, ждал, пока он уедет глубоко, для того, чтобы он уже от меня съебаться не смог, я бы его убил, но у долбоёба на Лорене, вот и все, а теперь можно спокойно ехать и убивать его, блядь, без каких-либо проблем, но на Лорене дебил ёбаный, видит, что Истри стоит в позиционке под прикрытием двух ПТ и лезет на него в башню его ебать. Блять, какие танкисты долбоёбы отсталы, это ужас. Это ужас, блять. 1500 урона. И те в начале боя дал, блять. Но угнетение по полной программе, к сожалению. Нормально. Я рот ебал создателя этой игры, блядь. Мне долбоёб с вертухи дает на танке с конченной стабилизацией, блядь. Я его опять фугасом в рубку не пробиваю. Это прекрасная игра, блядь. Эта игра, блядь, просто прекрасная. Это пиздец. Сус-30 меня объезжает. Надо ее встречать, ехать. О, заебись. Но она меня должна объезжать, 100%. Дебил, блядь, на Лорене тупой, блядь. Сейчас бы выиграли в бою, если бы даун не отдался так. Нет, не объезжал. Странно. Нет, объезжал. Я прочитал долбоёба. Я прочитал долбоёба. Я переиграл долбоёба. Я понимал, что он объезжает. Уёбище с одной из самых уёбых стабилизаций на 8 уровне дает мне нахуй свертухи в движении, я его не пробиваю, уёбище тут дает свертухи ни в землю, ни мимо, ни никуда. Классная игра, четкая. Кстати, по поводу наказать, там гоп-бригада выкатила, блядь. Блядь, что сделать, к кусту подъехать или на базу съебаться? А что у нас там по хп, это 26,5 шотный, нахуй, тогда съебываем. О, К-91 приплыл фуловый, охуеть. Сейчас мы ему хуячнем. Хорошая маскировка, блядь. Слушай, ну, мне надо по съёбам давать. Здорово, Илья. Здорово. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Какие у тебя были эмоции, когда ты впервые в жизни зашел в эту игру? Никаких. Уже тогда было отвращение. Я не хочу играть в говно белорусское. Я не хочу в белорусское говно играть. Не хочу в белорусское говно играть. Сраное. Не игра, это высер ебаный. Не хочу играть в игру. Такое у меня были эмоции, что это говно какое-то нищее, блядь. Время отсвета около 3 минут. Около 3 минут время отсвета. Около 3 минут время отсвета, да. Ну, не так ебанет, как вы думаете, что там будет орать, слюной брызгать. Не-не-не, просто ебанет. Просто ебанет в целом. Надо, чтобы рогу убило. Давай, убей, убей, родной, убей, 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 блядь! Бля, это плохо, что он его живым оставил шотным. Это очень плохо. Потому что, ну...
танк, на который надо тратить снаряд, это хуёво. Альфа вкусная. У нас прадед долбоёб, кстати. Он зря... Вот зачем он убегает? Вот он фуловый. У нас фуловая прадеда. Зачем он убегает? 170 метров перелетел снаряд танк в упор, считайте. Просто в упор хуякнул, снаряд перелетел. Крутая игра. Игрулечка, ребят, что надо. Ну, у нас прадед долбоёб тупорылый, блядь. 1700 урона, спиздили уже 1000. Прагету не пробили, и вот АТ-7 170 метров мимо дали. Помочь ему надо, ребят. Вот так, вот поэтому у нас прагета долбоёб ебаный, блядь. И я получаю тычку нахуй, отшотного танка нахуй не нужно. И это такой мем, блядь, 2000 получаешь просто. Одно от ГВ Пантеры, класса техники, которое вообще в игре не должно быть, блядь. А вторая тычка от Жуто, блядь, этого сраного, которого прагета, блядь, просто добивать не стало. Дебильная, блядь. Блядь, ну ёбаный УВН. Блядь, там Скорпиджон стоит. О, ГВ Пантерка. Очень хорошо под станчиком меня держать будет, чтобы мне веселее, блядь, играл. Сейчас убьет с выстрела. Не, не попал. Не попал. А мы под станом попали. Во, игра проскил, блядь. В ноль вышли, ребят. Я так старался, я так потел, да? Я просто вышел в ноль. Блядь, ебанутая игра ведь. Ну, нормально делает. Я так старался, я так потел, я просто вышел в ноль. Это пиздец. А вот и читуха. Слушайте, на меня пока не упоролось, уже хорошо. Блять, ребята, они будут мстить. Куда он поехал? За кем он поехал? Блять, пушка не гнет, сука. Куда он поехал, блять? Блять, это пиздец. Сейчас в ноль выйду. Это охуенно, это реально хорошо, но, бля, это только в ноль. Земля. Тяжелый танк стоит базу дефит. Ебанутый. Ебанутый стоит базу дефит. На трагедии. 34 засвета, я понял. Я вас понял, блядь. Блядь, что происходит? Хорошо, блядь, делает на прагете. Блядь, хорошо делает. Блядь, как же он хорошо на прагете делает. Не гнет с пушка, блядь. Хорошо, сука, делает. Очень хорошо, шпаг вернулся. Ну, я смотрел, шпаг вот здесь был. Блядь, вот тут был шпаг, вот тут. И он вернулся, молодец. Ну как там с деньгами? Это когда ты стреляешь в типа аура не регистрирует. Да, уже написали. Плюс телепорты, плюс бэктрекинг. Короче, сыграю Рубрик и бегон нахуй из этой помойки. Понял. Люблю тебя меньше, чем три. Понял, Радуленция, спасибо. Блять, ЛТ заебали. Хорошо, Шарфутур стоит. Прям под меня. Как все ловко подставляются. Ну нормально, ребят, нормально. Еще 3000 настреляем и апнем 0.5%, блядь. Хорошо, суки, выставляются бортами, блядь, очень хорошо. Но есть нюанс, ребят, есть, к сожалению, нюанс. Счет 0-3. Один засвет от ЛТ, смерть. Не, сука, просто бортами едут. Блядь, ебать, подкруток нету. Просто бортами едут нахуй, все. Просто типы едут бортами, ты по ним просто нахуй стреляешь и все. И вот он весь геймплей, блядь. 6 засвета на. Блядь, как жаль, что... Мне в идеале сейчас вот сюда съебаться. Ребят, а срочно где нашел ТТБ, посмотрите. Срочно где нашел ТТБ, срочно, умоляю, блядь. Срочно информацию по ЛТТБ. Это пиздец. Обидный бой.
Это бой на плюс 0.5%, но мне для этого вот тут надо быть, а я уже не уеду. Хуёвого стрима. Спасибо, родной. Тревога всему Барнаулу и Алтайскому краю. О как. Стэнлок получил права и взял Весту Кросс. О как. Спасибо большое. Блять, очень печально. Очень печально, нахуй. Нас сейчас просто подсветят и сзади разъебут. Не, Паблос, аукциона сегодня не будет. Вот если бы я сейчас вот сюда съебал бы, я бы сказал, да, аукцион будет. Если бы я сейчас съебал бы туда, да, аукцион был бы. Потому что, ну, мы с тобой понимаем, сколько я оттуда разъебал бы. Я бы очень много Паблос оттуда наебенил бы. Очень много. Но мы с тобой понимаем, что я уже никак туда не уеду. Все, пиздец. Сейчас будет дерка. Возможно, терка. Очень хорошо делают. Не, все, пизда. Не, тут дерка, все. Ну как там, деньги? Все, без шансов. В ноль вышел. В ноль вышел. Сука, вот сюда бы съебал бы, нахуярил бы 1007 урона, не меньше, блять. Помните, там ствол был как сюрикен у десятки? Ствол как сюрикен. Ты сделал два. Подожди, ствол был как сюрикен. Чекайте, блядь, ствол у девятки. Не, это фантазия, просто пиздец. Это жесть. Я сначала не поверил своим глазам, потом поверил. Сейчас, блядь. Блядь, чуваки, это квадрат. Блядь, ребята, ну я дико извиняюсь, блядь, но это квадрат. То есть у десятки сюрикен, у девятки это просто квадрат. Сука, это пиздец, это жесть. Блядь, у нее квадрат. У нее в стволе квадрат. Вы, блядь, вдумайтесь. Вы просто, блядь, вдумайтесь. А теперь просто представьте ствол на всю длину сделать квадратным, учитывая, что он не литой. Что, блядь? Это по каким, нахуй, нанотехнологиям на такую, на всю длину ствола вот так вот делалось? Не, это квадрат. Я, конечно, дико извиняюсь, но это у вас квадрат, блядь. У вас квадрат. Ребята, извините, но у вас квадрат, блядь. Вот так. Вот такая игра, блядь. Да, вот так. Вот так. У вас квадрат. Это прекрасно, блядь. Они, короче, все геометрические фигуры решили ебануть. При этом у нее две типа топовые пушки. Одна на 700 урона с 50 метров. У другой 800 урона. Но та, у которой 700 урона, у нее 162 миллиметра калибр. Сука. И она выглядит обычно. А топовая вот эта с квадратом 175. А 175 это что? Это диагональ, блядь, квадрата, калибр, блядь? Или высота, ширина? Я просто хуй знаю, блядь. Как калибр у квадратной пушки меряется? По диагонали квадрата, блядь? Или, ну, просто диагонали наш больше, блядь? Куда ты звонишь? Вот. Не, ну это пиздец, у меня слов нету. Не, это сильно. У вас квадрат. Паблос, это пиздец. Реалистик, что квадрат, блядь. У вас квадратный ствол, нахуй. Квадрат, там квадрат, блядь. Сука, это сильно. Тупорилищее, блядь, ничтожество. Тупорылиший, долбоёб. Просто тупорылиший, блядь. У меня всё плохо, я в заднице в полной, блядь. Меня со всех сторон, блядь, контрят. Найс, команда. Я не могу... Это сволочи, блядь. Это сволочи ебанутые, это сволочи. Ну вот и всё. Ну это сволочи, блядь. Ну, блядь, это... Ну, ты сволочь, он сволочь, блядь. Он нихуя не делает, этот сволочь, блядь. Ну, сволочь ты, блядь, ты сволочь, сука. И ИС-3 сволочь ебанутая, блядь. Блядь, команда сволот ебанутых, блядь. Это ужас. Хорошо вертушечку повесил, блядь. Ну, сволочи ёбаные, блядь. Блядь, там Эмиль ёбаный, блядь. Ой, блядь, всё, я умер. Я даже свестись не успею, блядь. Сволочи, блядь. Блядь, какие же вы, сука, сволочи тупорылые, блядь. Это в ноль вышел. Сыграл лучше всех, в ноль вышел. Сволочи, блядь. Блядь, просто сволочи тупорылые, нахуй. Обидно, пацаны. Обидный боёчек. Блять.
Блять. Сука, ёбаная чмо, бля. Блять, надо было сразу ближе подъехать. Охуенно. Ебать, кого я нашел. Ебать, он ебанашка. Ёбаный насос, блять. Быстро засвет, суки ёбаные. Ебать меня в анус, блять, второй. Блять, за домом, нахуй. Блять, ебать, они пьяницы, сука. Ебать, пьянь, бля. Я же их не светил. Они сами об меня засветились. Сука. Блять, сейчас попаду. Блять, сейчас подождите, надо вычислить его. Блять, нет, он за рельефом. Сука, блядок, а. Блять, у них леопард еще не светился. Бля, ебать, вот это хорошо. Сука, я даун, я не заметил, что леопард не светился. Надо было сразу ехать его светить. Блять, сука, охуеть. Да-да, в рельеф. Ах ты, гондон, блять. Бля, ебать, он, сука, уже не весело едет. Блять, я сейчас еще спалюсь в захвате. Ладно, хуй с ним. Помолимся, чтобы у него альфа не прошла. Право или лево? Блять, наверное, право. Он не по мне выстрелил, вообще заебись. Но эту игру сын пидора делал ебанутого, что я могу сказать. Очень хорошо. Альфа не прошла. Очень хорошо. Ну, теперь я понятия не имею, что сделать. То есть, допустим, у меня блайнд по Хелкету это 94,6 где-то. Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Плюс, допустим, влево залетел блайнд. Допустим. Я, конечно, в это не верю, но, допустим, он залетел. Это 94,7, потому что там бы меньше уже апалось. Это, блядь, это прекрасно. Как же это все прекрасно в плане рельефа. Это пиздец. Блядь, это охуенно. И они едут, отдаются, блядь. Это прекрасно. Блять, это... Он передо мной стоял. Как он нахуй тут оказался? Как, блять? Блять, как он нахуй тут оказался? Как, блять, это возможно? Сука, как, блять? Блять, это пиздец. Ой, блядь. Все, следующего боя взбройкана. Бля, это пиздец, это просто урод танковый, нахуй. Я не могу с него, я бы ему голову разъебал бы, блядь, об стену. Это просто дегенерат, блядь. Блядь, за... Да сука, ты долбоёб, на него едет, на... Нахуя он объезжает, блядь. Бля, это идиот, блядь. Бля, это конченый придурок. Бля. Это 15 минут бой. 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 Это конченые уроды. Это пиздец, у меня слов нету, блять. Мне уже подолбили нахуй просто, понимаете? Мне уже подолбили нахуй. Это просто пиздец. Я не могу, это животное. Это просто животные, блять. Это грязь, блять. Это просто грязь. Я не могу это дегенератье, блять. После пушки поднял. Посмотрите, умоляю, он пушки поднял. Умоляю, блядь. Он пушки поднял, он победил в бою. Это пиздец. Это конченые животные. Пиздец. Все, долбоёб в центре поля. Я не хочу с ними играть. Я ничего не хочу с этими пидорами общего иметь. Я не могу, я в ахуе, блядь. Сука, это ужас. Блядь, это просто ужасно. Это ужасно, блядь. Это ужасно. Я что, плохо сыграл? Я что, виноват? Нет, просто пидоры, блядь, тупорылые. Вот так вот сделали смешно и все. Просто вот так смешно сделали. Шарфутурчик хуй пойми где. СТРВшечку мы хуй пробьем. А мы ее не пробьем, мы в нее не попадем, блядь. Мы в нее не попадем. Это пиздец, невозможно играть с этими долбоёбами. Это звери, это зверье, блядь. Да, там еще это 22. Зверь, невозможно. Все, минус нахуй процент. Минус процент. А что ты поделаешь-то? Они из базы ни одного метра не проехали. Отметка 94,7 в ебейшем поту была. Два боя назад. А сейчас скилл... Я не могу выкатываться, блядь, на них. У них долбоёб на ИСУ, дегенерат ёбаный пидор. Грязь ёбаная танковая не светилась.
Это ублюдки ебаные животные, блядь. Это хуесос, блядь, стоковый. Невозможно играть, все. Все, минус 25 на пробитие, блядь, минус 25 нахуй на точность, блядь, короче, все. Скилл рассыпался. Ну и сейчас вишенкой на торте, это надо, чтоб меня Ису переебало, блядь, под конец, и все. Он меня троллит весь бой, он меня троллит, блядь, он катается, светит там что-то, блядь, потеет, долбоеб. Меня троллит, блядь. Да что ж ты будешь делать минус процент за два боя? Вот троллинг, блядь, какой. А вот и Ису, ёбаная, блядь, как я и говорил. О, хорошо, вот и все, блядь. Ису на D25T с вертухи, нахуй, 442 плюс подпал. Вот так скиллы сейчас. По щелчку, нахуй. По щелчку, вот так. 3,5 часа игры в 3400 только, нахуй, на городских картах. Все. Меня больше не интересует нихуя в этом дерьме танковом. О, вертуха зашла. Хороший сигнал. Хороший сигнал. Возможно, даже в этом бою будет 500 урона. Ну как там с деньгами? Спасибо. Ты все понял. Спасибо. Я нихуя не понял. В землю. Танк стоит здесь 100%. Вернее, стоял. Он увидел вспышку, обосрался и убежал. Зря блайн дал, сейчас ЕБР подсветит, блядь, как всегда. Вот у него, кажется, прямое сейчас зашло. Но это не точно. Аукциону быть сегодня нет. Сегодня нет. Сегодня нет. Сегодня нет, ребят. Сегодня аукциону не быть. На этом выебке ли ебанатском, блядь. Ебанатский говнотанк, блядь. Блядь, как я не засветился? Как такое возможно? Суки, быстро поехали, убили его. Быстро, блядь, сказал. Хуесосы, быстро, блядь, 2 секунды. Раз, два, не убили, уебаны. Боже, животные, блядь. Боже, это прекрасно. Это прекрасно. Это было в чафе, блядь. Это было в ёбаного пидорского несчастного ублюдка на чафе. Это было в ёбаного чафе тычка. Блядь, это была тычка в ёбаного ублюдка на чафе ебаном, блядь, обоссанном, блядь. Которая нахуй попала в меня, блядь. И Бор сейчас будет в этих холмах ебаных сидеть. Это пиздец. Тут, по сути, единственный уровень боев, который должен плюс 2 играть, это только 8-й. Только 8-й левел плюс 2 должен играть. Все, больше ни один уровень боев плюс 2 не должен играть. Понятно. Они все нахуй шотными становятся, блядь, когда я к ним подъезжаю. Ну как там с деньгами? Терпим. В землю, с полным сведением. В землю, блядь, с полным сведением. Я не могу в это дерьмище играть. Не, невозможно. Невозможно. Отметка есть, что суммарно минус 3,5% за час. Я не шучу, 3,5% за час. 94,7, 94,6 дважды было, блядь, уже. Ну и все, вот это ебанатство. Я ненавижу, блядь, 6-й уровень. Какое-то, блядь, какая-то тупость, блядь. Какая-то дегенератия, блядь, ебанутая. Ни одна, блядь, шестерка не должна играть против восьмерок. И восьмерки никогда против шестерок играть не должны. Я хуй знает, что делать. Ну и все, блядь. Меня елка засветила. Да, я же сказал. Все, до свидания. Тут без шансов. Тут без шансов. Нет, дегенерат, блядь, на чехе убейте меня нахуй же, все, я выключаю.
Хотя меня ебанет борщ, я думаю, и все. И на этом все закончится. Все. Эвакуируемся нахуй. Все, итоги стрима. Час назад отметка была 94,7. Весь стрим в запредельном угнетении показывал результат, который никто никогда в жизни не покажет. Отъебнули минус процент хуесосы в открутке персональной. Персонально открутили, минус процент сделали. Собрал мужество, блять, в кулак нахуй. Просто жесточайше вернул отметку за такой наглый поступок. С моей стороны, очень наглый поступок. Я просто посмел против 40-летнего девственника-пидораса из Wargaming'а пойти. Открутили нахуй, сняли к ебаной матери 2%. Поэтому сессионка... Вот так, нахуй, за полчаса с 3100 падает, нахуй, на 2000. Вот, все, играть разучился. Завтра приходите на стрим. Часу на третьем возьмем 3 отметки. Примерно на третьем, не раньше.